процессе производства сыра более 50% питательных веществ остается в сыворотке. Это минералы, витамины, лактоза и белок лактальбумин, обладающий бактерицидным и противоопухолевым свойствами. Белки молочной сыворотки лучше усваиваются организмом человека, чем белок куриных яиц. В России в основном из сыворотки производят детское питание, молочные продукты, кондитерские изделия, корма для сельскохозяйственных животных. В этой программе мы расскажем о заводе, внедрившем технологию фракционирования компонентов подсырной молочной сыворотки на два полноценных продукта – белок и лактозу. Перспективы хорошие. Плюс это замечательный продукт для экспорта. Проследим всю технологическую цепочку от получения молока до сыра и переработки сыворотки как самодостаточного побочного продукта сыроделия. Развитие животноводства, развитие технологий, как и в мире, в Европе, требует несколько другого подхода к самой переработке молока. Километров от Воронежа в сторону Ростова-на-Дону. Наше путешествие начинается в селе Верхний Мамон. Здесь располагается один из молодых и современных молочных комплексов региона. Ферма специализируется только на породе коров Джерси. И здесь же мы встретились с Аркадием Пономаревым. Доктор технических наук, с 87 года развивает молочное производство и животноводство в Воронежской области как промышленник. Сегодня проецирует свой опыт на другие регионы страны в составе Аграрного комитета Госдумы. Специально подобранная порода, которая дает высокобелковое, высокожирное молоко. Генетические потенциалы данного животного позволяют регулировать просто жир и просто белок. Но и качество этого белка дает возможность произвести молоко с повышенным содержанием капа-казеина, который абсолютно важен для производства сыроделия. Депрессивные хозяйства на задворках региона перестроены в высокотехнологичные умные фермы и объединены в научно-производственный сельхозкластер компании «Молвест» с вертикально интегрированной системой от производства кормов и молока до выпуска традиционных и новых для российской молочной промышленности продуктов. Молоко – это такой продукт, где собраны самые важные для человеческого организма ингредиенты и, самое главное, в очень сбалансированном количестве. И стоит задача получения отдельно этих ингредиентов для дальнейшего использования. Речь идет о конструировании будущих молочных продуктов специального назначения, безлактозных. Вслед за молоком из Верхнего Мамона отправляемся в город Калач. Здесь располагается одно из ключевых предприятий «Молвест» – филиал молочного комбината «Воронежский» – Калачеевский сырзавод. На территории предприятия работает несколько производственных линий. Выпускают масло, сыры и, самое интересное для нас сегодня, продукты на основе сыворотки. У нас свои фермы, поэтому мы уверены в качестве своего молока, которое мы используем для производства сыра. Но контроль все равно мы осуществляем. Из каждой цистерны берется проба сырого молока. Разгрузка начинается лишь после того, как сертифицированная лаборатория завода подтвердит качество фермерского продукта. Самый важный анализ – это жир, белок, массовая доля лактозы и микробиологические показатели, такие как отсутствие мочевины. Отбор на микробиологические показатели очень важные в сыроделии – это количество общей обсемененности молока, количество соматических клеток, которые содержат сырое молоко, и лактат-сбраживающие бактерии, которые очень важны для производства сыра и для дальнейшего хранения нашего продукта в процессе реализации. Допущенное к переработке сырье из цистерн закачивается в танки-накопители. Так они выглядят снаружи. А внутри сырзавода мы можем увидеть ту часть танков, откуда сырое молоко поступает на производство сыра. Набирается партия молока, формируется 100 тонн продукта, и лаборант производит повторный отбор анализов для того, чтобы выявить средние показатели белка, жира по партии молока. Все физхим-показатели заносятся в систему учета завода и становятся основой формирования смеси для производства сыров. Само же сырое молоко по закрытой системе трубопроводов перекачивается в пастеризационно-охладительную установку. Идем в аппаратный цех. Здесь стоит молочный пастеризатор, который подает смеси в сырные котлы. Дополнительно происходит фильтрация молока. Из молока удаляют бактерии, которые в процессе длительного хранения сыра могут изменить его вкус. Для каждого вида сыра создается своя нормализованная смесь. И эта смесь поступает в сыроизготовитель. Обязательно в каждый котел вносится закваска прямого внесения, сычужный фермент и хлористый кальций. Это обязательные ингредиенты для того, чтобы у нас получился сыр.
Один котел вмещает 12 тысяч литров смеси. При повышенной температуре, при участии закваски молоко сворачивается. Мешалки разбивают все это на зерна и отделяют сыворотку. Процесс варки занимает в среднем около 3 часов. И у нас появляется возможность изучить принцип работы нового для России производства. Вслед за пробой сыворотки из соседнего котла мы заглянули в лабораторию, оценили качество и состав продукта, а в ближайшие минуты нас ждет путешествие на завод по переработке подсырной сыворотки. Этот завод был построен за 2 года с нуля, способен перерабатывать 600 тонн подсырной сыворотки в сутки. Здесь выпускают концентрат сывороточного белка и сухой пермиат. Сейчас в объективе нашего беспилотника танки-накопители, в которые поступает сыворотка с соседнего завода. А вот как выглядит основное производство изнутри. Сыворотка приходит с цеха по производству сыра, она там очищается, фильтруется, обезжиривается, пастеризуется, накапливается в этих танках. И уже отсюда сыворотка раздается по остальному оборудованию, где она разделяется. Справа от нас установка, в которой сыворотка разделяется на 2 фракции. Первая станет основой для получения концентрата сывороточного белка, сокращенно КСБ. Вторая – для пермиата, основу которого составит лактоза. КСБ уходит в дальнейшую переработку направо, а пермиат собирается в накопители слева от нас. Заводом управляют всего 4 человека в смену. Основную нагрузку 24 часа в сутки принимает на себя искусственный интеллект. Через центр управления завода поднимаемся на 14-метровый сушильный агрегат. В него поступает концентрат белка. Сушилка на производительности 500 килограмм испаренной влаги в час. Мы из нее получаем где-то порядка 250 килограмм в час готового продукта. Это КСБ, как раз готовый сухой продукт. Сухой продукт по системе пневмотранспорта уходит в цех фасовки. У пермиата путь до упаковки гораздо длиннее. Прежде чем попасть в сушилку, он пройдет через установку электродиализа. Получается частично очищенный от минералов продукт, до 90% содержащий лактозу. Вот так у нас выглядит наш готовый продукт. Похож немножко по консистенции на сухое молоко. Мы наблюдаем процесс фасовки. Он фасуется в мешки, запаивается, зашивается и дальше на складирование идет. КСБ применяется в производстве продуктов детского, спортивного, лечебного питания, так как сывороточный белок характеризуется высокой биологической ценностью. Пермиат же востребован в кондитерском, мясном производстве и производстве кормов. КСБ и пермиат востребованы на международном рынке. Между тем, до проекта «Молвест» в России фракционированием компонентов сыворотки никто не занимался, говорит генеральный директор компании. Продукт востребован везде, риск минимально. Если в России какие-то будут нюансы, хотя спрос гораздо выше, чем наши производственные возможности, то мы готовимся к поставкам на экспорт. То есть на текущий момент мы аккредитованы уже как поставщик в Китайскую Народную Республику. Аркадий Пономарев считает, экспортный потенциал ингредиентов из молока очевиден. На мой взгляд, вот это может получить дальнейшее развитие. Вполне возможно, это надо формализовать как какое-то кластерное развитие. Воронежская область может служить примером. Пришло время вернуться на производство сыра. Сырное зерно откачано из котлов на линию формования. Сыворотка отправляется на соседний завод, а сырное зерно попадает в формы и прессуется. Это посолочное отделение, где происходит посолка сыров. Это вот бассейны солильные перед нами и контейнера с сыром, которые помещаются в эти солильные бассейны. У меня в руках небольшой брусок уже посоленного сыра. Его вес всего 5 килограммов, а может достигать 15. Это полутвердый сыр сливочный. Каждый вид проводит в бассейне строго отведенное количество времени. Эталонный вкус этот продукт приобретает в камере созревания. Их на заводе 3, и в каждой своя температура и влажность. Здесь происходит процесс созревания. Камера огромная. Да, здесь где-то порядка 800 тонн сыра сейчас находится. В процессе созревания работают те культуры, которые находятся в закваске. И по окончании процесса созревания сыр приобретает свою органолептику. Созрев, сыр обязательно подтвердит свое качество в лаборатории, а затем будет нарезан и расфасован на одной из таких вот автоматических линий. Ну а если это головка сыра, остается лишь наклеить на нее знак производителя.